В Новосибирском епархиальном управлении подписано соглашение о сотрудничестве между Новосибирской митрополией и Министерством труда и социального развития Новосибирской области. В церемонии приняли участие митрополит Новосибирский Бердский Никодим, министр труда и социального развития Елена Викторовна Бахарева, епископ Искитимский Черепановский Лука, епископ Красукский и Ордынский Филипп, представители Новосибирской епархии и правительство Новосибирской области. В конце марта состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Новосибирской митрополией и Министерством труда и социального развития области. Отношения между двумя структурами существуют уже много лет, а взаимная работа и поддержка нуждающихся в помощи людей в современных условиях востребована как никогда. Сейчас необходима социальная помощь населению, тем более учитывая, что приходят беженцы из Луганска, из Донбасса, с Украины. Им необходима помощь, и вместе мы с Министерством труда и социального развития эту помощь можем оказывать своевременно, и именно то, что необходимо. У нас есть множество и множество совместных мероприятий. И самое важное то, что эти мероприятия оказывают реальную помощь тем, кому эта помощь необходима. Хотелось бы только поблагодарить министра Министерства труда и социального развития за то, что она с нами так плотно взаимодействует. И мне хотелось бы еще раз отметить, наши совместные труды приносят реальную пользу. Я, наверное, могу только поддержать то, что сказал Владыка. На самом деле, давние традиции, замечательные сложившиеся отношения, множество проектов, которые принесли и приносят людям реальную помощь. И сегодня у нас особый день подписания вот такого соглашения. Он для нас, наверное, вдвойне значим. Во-первых, это, в принципе, день подписания соглашений, когда мы наши отношения оформили на бумаге. А во-вторых, я думаю, что то, что это произошло именно в этот момент, вот в такой период непростой для нашей страны, это особенно значимо. Потому что мы сейчас вместе делаем, на самом деле, большое общее дело. Мы помогаем тем людям, которые в силу разных причин попали вот в эти обстоятельства, в которых они сейчас находятся. И именно Владыка помогает нам дойти до каждого человека, оказать персональную помощь, оказать и помочь то, что человеку на самом деле реально нужно. Поэтому я очень благодарна за предоставленную возможность и надеюсь, что вот как бы сегодняшний день – это какой-то старт для новых наших отношений.